Ну что ж, дорогие друзья, всем привет большой и пламенный. Вот наконец-то появилась какая-то информация по поводу 18 сезона. Давайте коротко и о самом главном. Итак, у нас имеется 7 персонажей, и у этих 7 персонажей имеется 7 сетов. У Охотника на демонов нам будет дароваться сет «Воплощение мародера», у Варвара «Наследие Рекор», у Чародея «Шедевр Дельхира», у Колдуна «Призрак Зунимасы», у Монаха «Мантра Ины», у Крестоноса «Доспехи Акана», ну и у Некроманта «Покров Лудакимора». Ну и естественно, этот каждый сет мы получим, когда будем выполнять все 4 главы сезонного похода. 2 предмета за вторую главу, еще 2 предмета за третью главу, ну и последние 2 или 3 предмета за четвертую главу. Что касается трансмогов, то они стандартные для игры. Ну а флаг и рамку вы видите перед своими глазами. Это те флаг и рамка, которые мы получали за, по-моему, 4-й сезонный поход. Так что кто их пропустил, вы их получите теперь уже в 18-м сезоне. Естественно, нас будет ждать еще 5 завоеваний. Что касается 18-го сезона, то они здесь будут предельно простые. Все простые. Буду приводить пример обычного уровня сложности. Первый — это демон скорость, где нам надо на истязание 10 закрыть портал Нефалимский за 2 минуты. Затем сверкающий гранями день, тут нам надо пропасть 3 самосвета до 65 уровня. Затем нами любимый режим босса, где нам надо на истязание 10 убить всех боссов за 20 минут в игре. Далее божественность, нам надо просто закрыть великий портал 75 уровня в соло. Ну и последнее — это проклятие. И тут нам надо убить 350 противников с одного проклятого сундука. Опять-таки на уровень сложности истязания 10. Так что, как вы видите, все они предельно простые. Ну что, сеты вы знаете, завоевания знаете, награды тоже знаете. В этом сезонном походе за главу хранителя мы не получим никакую награду. И это, дорогие друзья, в принципе вся информация на сегодня. Что вы о ней думаете, пишите в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь и желаю удачи. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!